Здравствуйте! Сегодня немного о красоте и уходе за кожей. Любая декоративная косметика лучше держится и более стойко, если за кожей тщательно ухаживать и периодически ее очищать. Для очищения рекомендуется использовать специальные маски, например, маска увлажняющая или маска матирующая. Маска увлажняющая содержит натуральный сок алоэ. Такая маска поможет очистить не только поверхность кожи, но и поры от потовых загрязнений, от кожного сала, от остатков декоративной косметики. Поможет удалить отмершие частички кожи. За счет алоэ такая маска будет интенсивно и глубоко увлажнять все слои кожи. Поможет устранить сухость, стянутость, обезвоженность, ощущение дискомфорта, уберет покраснение, будет полезно даже для чувствительной кожи. Поможет уменьшить число воспалительных элементов, будет актуально для тех, у кого есть прыщи, причем не только для подростков. Такая маска будет полезна для повышения упругости и плотности кожи, для разглаживания морщинок, а также алоэ помогает осветлить небольшие пигментные пятна. И маска матирующая. В состав входит зеленая глина и грязь Мертвого моря. Такая маска будет тщательно очищать и поверхность кожи, и поры от любых загрязнений, и при этом будет вытягивать из кожи токсины. Также будет удалять отмершие частички кожи, будет стимулировать процессы обновления и защитит вашу кожу от окислительного стресса. В комплексном использовании такая маска будет полезна для тех, кому нужно убрать следы от постакне. Будет помогать также разглаживать морщинки, подтягивать контур лица, обладает легким лифтинг-эффектом и тоже будет полезна тем, кому необходимо выровнять оттенок кожи. Маски можно использовать длительно, четкого курса у них нет, в зависимости от потребностей. Можно использовать какую-то одну маску на ваш выбор, а можно чередовать. Маски подходят для любого типа кожи. На очищенную, подготовленную кожу любая декоративная косметика ложится более ровным слоем. Ну и, конечно же, прежде чем сделать макияж, воспользуйтесь тональным кремом Event, который тоже обладает матирующим эффектом, подходит для любого типа кожи. Он не сушит и не стягивает, сохраняет свою стойкость до 8 часов и обладает SPF 10. То есть достаточно хорошая защита от солнечных лучей. И неважно, это летний период или зимний период. Такой тональный крем будет создавать ровный оттенок кожи, поможет сгладить небольшие неровности или несовершенства кожи и ложится ровно без эффекта маски. Три варианта оттенка в зависимости от того, какой у вас оттенок кожи. Подобрать достаточно легко. Я думаю, вы справитесь в домашних условиях. И завершающий штрих любого макияжа – это нанесение туши. Для того, чтобы взгляд сделать выразительным, используйте тушь Event Volume. Силиконовая щеточка, очень удобная, с одинаковым размером щетинок. Легко позволяет распределить тушь по каждой ресничке и разделить их. Ложится ровно, придает объем и удлиняет реснички. Не комкуется, не утяжеляет, не осыпается в течение дня, даже если вы наносите тушь в 2 или 3 слоя. При смывании не дает эффекта панды. Достаточно хорошо держится и делает взгляд действительно более четким и выразительным. Тушь Event Volume поможет сделать взгляд не только более выразительным, но и за счет витамина Е и пантенола в составе будет ухаживать за ресницами. Используя такие новинки, вы сохраните красоту своей кожи и придадите ей ровный оттенок. До свидания.